Рамзан Ахматович, говорят, что вы находитесь на Мальдивах. Но обычно я вас преследую всегда, вслед за вами всегда езжу. То есть я тоже на Мальдивах, получается? Ну вот это есть и наши Мальдивы. Я ни разу никуда за все последнее время не выехал. Я нахожусь дома, у меня нет самолетов, у меня нет вертолетов. У меня есть только машины. Оставьте нас в покое. Мы дома у себя на резиденции работаем. Решаем только что по полностью обсудили все вопросы. И дальше идем в бой. Рамзан Ахматович, говорят, что материалы, которые выходят, это старые материалы, и их откладывают для того, чтобы скрыть ваше нахождение за границей. Ну, что поделать, да. Есть такие болтуны, да, которые болтают, а так, да. Факт есть факт. Сколько времени у нас? 11.32. 7 февраля, да, 11.32, 7 февраля. Вот в кабинет выходим, обсудили все вопросы с пресс-секретарем, помощником, да, и все, да, нормально, да. И дальше будем бомбить, да, все направления, да. Ахмад сила Аллаху. Ахмад сила Аллаху, кто не с нами, то под нами, да.